Что касаемо вчерашнего дня, день был достаточно активный, достаточно интересный. Не думаю, что сегодня тоже так рынок будет радовать. Фьючерс, по крайней мере, у нас на данный момент практически в ноль находится, полный флэт, минус 1%, очень мало. И поэтому движений по основным индексам никаких не намечается. Хотя, если посмотреть по тенденции основных индексов, обратите внимание на индекс Доу Джонса. Выходим мы на новый хай. Таким непонятным немножко трендом. Без объема, без особых импульсов идем выше. Значит, по сегодняшнему дню есть у нас несколько отчетов. Сейчас перед тем, как отчеты просмотреть, буквально остальные показатели, убедимся, что, действительно ничего не происходило. Европа, Азия, ничего не происходило. Немножко Азия в положительных значениях закрылась, по Европе флэт. Пара евро-доллар без движений. Так же, как нефть и золото, тоже можно сказать, топчется на месте, ничего не ходит. Есть новости сегодня некоторые по макростатистике, но они не такого уж важного характера. Будут уже после того, как рынок откроется, выходят. Желательно, конечно, обратить внимание на определенные стаки, которые все-таки еще выходят по ним отчеты. Значит, пока видно такие ярко выраженные гэпы по акциям АРО. ARO. Далее GPS. Тоже есть и премаркет, и есть постмаркет. Обратите внимание также на дневку. Здесь интересная цена была 35.00. На данный момент уже находится стак 35.16. Тоже можно его себе выписать на отчет, он довольно-таки неплохо двигается. Далее ANN. Здесь вообще гэп очень сильный, тут более чем 4 поинта, уже 4,5 поинта акция вырывается выше. Тоже обратите внимание, довольно-таки сильное движение. Далее SJM, но здесь пока без объема, тут всего лишь 400 shares вышло, 100 и 200, то есть объема очень мало, то есть можно, конечно, понаблюдать за ней, но пока ничего серьезного я здесь не вижу. И акция FL. Тоже она открылась достаточно высоко. Плюс 3 поинта, но уже на премаркете она спустилась практически 2. То есть 35.70 на данный момент ее стоимость. Тоже интересная дневка перед выходом на New High. То есть уже с нового верха ее начинают продавать на премаркете. Тоже можно себе FL выписать. Другие стаки, которые имеют определенные движения. Это тот же MCP. Тоже обратите внимание, уже есть у него премаркет и постмаркет. Довольно-таки сильно стак продают в последнее время. На данный момент уже меньше, чем более чем по минус point. Подсказывает, что он not shortable. То есть в любом случае здесь движение будет. Если даже на не shortable, вполне возможно, что и в лонг будет движение. То есть пока мы движение определить не можем. То, что не шорты было, это, конечно, плохо. Значит, также есть гэп по стаку PMT. Честно говоря, не знаю, что это за акция. Незнакомая для меня. Но гэп уже есть. АРО мы уже говорили. MCP, BHP. Есть по GGP тоже гэп. Гэп-даун. Но тут он небольшой. Может, кто читал новости, сейчас правительство США выдало повестки в прокуратуру семи мировым банкам, в том числе JP Morgan Chase и Citigroup, по поводу манипуляции с процентной ставкой. Тоже могут быть новости по банковскому сектору. Пока по премаркету я вижу, что особо не отреагировала, по крайней мере, эта акция на данной новости, но вполне возможно такое будет. Так, что вы пишете? CVH.
Севеч, да, вчерашний день, конечно, очень отличный. Сегодня можно ее выписывать, потому что выход объема у нее довольно-таки серьезный был, при том 2 дня. Уже после первого выхода объема акцию нужно ставить себе на лист. Об этом постоянно говорю и на обучении, и на брифингах. Тоже как только в акции выскочил объем, вот посмотрите, на клоузе он серьезно поднялся. Однозначно за акцией нужно наблюдать. С ней что-то может произойти. То есть обратите внимание, хорошие точки входа, и акция просто идеально шла. Вчера не одна она так хорошо шла, то есть были подобные вчера трендовые ситуации. Рынок прошел на новый хай, и вчера буквально 3 или 4 стака имели подобные движения, то есть выходили на тоже новый верх и очень хорошо шли по тренду. Значит, Pepsi тоже вышла на new high подобным трендом. Да, то есть вчера вот такие вещи я видел в чате, вы писали, то есть были тенденции по многим акциям, выходили они выше. Red Hat, RHT, аналогичная ситуация, не такой плавный тренд, но тоже довольно-таки неплохо. DFS, аналогичная ситуация, посмотрите, даже дневка аналогичная, тоже на New High она выходила. WYN, тоже растянутая свеча выше. Да, вчера вот подобные тенденции. Смотрите, это может быть в принципе в тенденции. То есть, если рынок будет потихоньку сейчас трендом идти, выходить на новые хаи, сейчас день через день многие акции могут делать вот подобные выстрелы. Поэтому, конечно же, эти акции нужно выписывать, за ними наблюдать и после растянутой свечи желательно 3 дня подержать акцию на листе. То есть некоторые на следующий день пойдут, то есть уже сегодня могут идти эти акции, некоторые через день, некоторые через 2 дня. То есть если 3 дня акция после такого выстрела ничего не сделала, то тогда с листа можно убирать. Если же что-то делает, то желательно ее оставлять, искать точки входа. Как видите, по многим акциям, особенно по CVH, точек входа было там 3-4 за целый день. Нет, я вчера в ПЭП не был. Я вообще вчера утром немного заработал и потом трейдить уже перестал. GME, вчера было движение, но вчера я ее шортал. Вчера шортал от цены 17.00, вот это вот движение, а уже разворот этого я как-то не ожидал. TPX, тут ситуация интересная, она выходит по дневке, то есть однозначно понаблюдать за ней нужно. Объем пока я не могу сказать, что он у нее там где-то стрельнул. Пока еще объем не повышался, но понаблюдать за ней, конечно, можно. И CD, это у нас серебро. Тоже тут трендом оно уже долгое время идет выше. HD, аналогичная ситуация. New High, тренд на протяжении всего дня. То есть такие ситуации, конечно, были. Тоже вчера отличная ситуация. Мне понравилась по стаку BG. Посмотрите, 64.00 цена. И посмотрите, у нее идет, вот если включить 20-минутный чарт, тоже отличная ситуация. 64.51 день показала базу, и вот второй день. И все-таки она вышла выше. Так. Довольно-таки неплохо она вышла выше. Стаков было, в принципе, вчера, ну, достаточно, которые неплохо двигались. Посмотрите, допустим, GNC, тоже у акции был гэп. Сейчас ее тоже можно понаблюдать, но эта акция больше на шорт смотрится. Посмотрите минутный чарт на вот эту точку входа. Казалось бы, акция очень вяло ходит, да, то есть непонятно. Все равно делает подобные моменты. Но эта акция вчера у нас была, она на премаркете была интересна. Вот акции, у которых есть постмаркет, премаркет, они с гэпом открываются. У них на протяжении дня можно от них ждать точек входа. Тут их было несколько, вот посмотрите по тренду. Здесь, здесь, здесь можно было шортать. Даже вот здесь от 50 центов тоже она показала то, что это сопротивление будет держать, и ниже акция двинулась. Так, WMT. Тоже вчера наблюдали, но здесь ничего интересного я так и не увидел. BKE, была база здесь. Тоже вот обратите внимание, на малом таймфрейме ее видно. Ну, тут
не совсем удачный ход, конечно, по ней, поэтому не обязательно ее на листе держать. Энджеланд, это вообще стак. Я вчера... Кто в чате его взял? Никто. Я помню, в чате вчера писали. Посмотрите, тут отличная цифра была 37.00 и 37.10. И у меня здесь первая была сделка. Где-то в районе 35 центов я выходил. Здесь я перезаходил и тоже в районе 65 центов я здесь выпрыгивал. То есть тоже очень отличный момент. У акции был отчет вчера. STZ долгое время на листе у нас была, но уже немножко она не актуальна. IOC тоже непонятные вещи уже делают. BIM все-таки показала здесь разворотную тенденцию. RGR ничего не показала. CVS утром неплохой момент. Тоже немножко ее отыграли. КМР прошла все-таки 73.50. И сегодня я бы смотрел эту акцию больше на то, что она будет возвращаться в лонг. Посмотрите, очень неплохой момент здесь. Было пробитие цифры, поэтому КМР можно даже в приоритет поставить. Фьючерс пока нейтральный. Шансы то, что она будет возвращаться, довольно-таки неплохие. Это я уже портфель просматриваю. Многое удаляю. Так, FNSR. Тут не совсем понимаю, что нужно смотреть. Может выйти на New High, может не выйти. Тут не совсем я ее понимаю. И MM. MM, ну так себе. Хорошо, значит... Сейчас тогда у нас сколько? Больше 10 минут до открытия рынка. Так, что тут график не очень, было слабее. Рынка дала неплохую точку входа ABMD. Тут, в принципе, она не то, что слабее рынка была, она была сильнее рынка в своем направлении. Она своей жизнью живет. Ее под нефти сливают. Точку входа она здесь не одну дала. И очень даже не, ну, неплохие точки входа. Неплохо она вчера шла в шорт. Кто NASDAQ торгует, конечно, можете смотреть. Посмотрите, в конце дня очень неплохо вышел у нее объем. Ну, NUS у нас NoSkin тоже в последнее время дает жару вместе с Гербалайфом. Тоже начинает ее потихоньку под нефти сливать. Тоже они сильнее рынка, в своей жизнью живут стаки. Хорошо, значит, в принципе, больше говорить нечего. То есть есть гэпы у нас, есть определенная тенденция, которая образовалась. То есть вы видите трендовые лонги, которые выходят на new high. Многие акции могут повторять за этой тенденцией, поэтому, конечно же, смотрите за повышением объема, то, что стаки будут выходить выше. Однозначно тенденция может продолжиться, потому что рынок входит в такую стадию. Новостей на него нету и потихоньку его подкупает. При этом всем доллар у нас не дешевеет, то есть это является здоровый рост. Скорее всего, потихоньку просто рынок подкупает, ожидает то, что будет он еще выше. То есть ожидания пока положительные. Хорошо, значит, на этом тогда брифинг закончим. 10 минут у нас до открытия рынка. Поэтому в любом случае в чате, я смотрю, вы постоянно акции пишете. Больше баз, конечно. Больше наблюдать за акциями. И трейдинг должен сейчас быть таким. То есть в большей степени нужно бороться за каждый цент лучшей цены для того, чтобы меньше был стоп. И не бойтесь перезаходить. Постоянно вы мне пишете ситуацию, там пошла не в ту сторону. Ничего страшного, можно перевернуться. Если там была четкая база, то значит она неправильно оценили сторону, может пойти в другую сторону. И сейчас самая такая
частая ошибка, которую вы как бы делаете, это когда акция в принципе торгуется по рынку, по индексу Dow Jones, вот повторяет его движение. Рынок может идти в одну сторону, вы в базу садитесь в другую. То есть поэтому по рынку торгуете. Если акция своей жизнью живет, тогда, конечно, тут другой момент. В любом случае, за рынком, индексом Dow Jones обязательно наблюдайте и сравнивайте акцию, как она торгуется, по нему или против него. Так, будем расти. Вот Женя говорит, что будем идти в рост. Хорошо, всем хороших сделок сегодня. Будьте осторожнее. День у нас, не могу сказать, что будет активный. Если хотя бы такой, как вчера будет, то это уже отлично. Все, хороших сделок всем.